Привет, привет. Всем привет, добрый вечер. Присоединяйтесь. Приветик. Так, супер, нас все больше. Напишите, как меня видно, слышно. Надеюсь, все хорошо. И сейчас будем начинать. О, Гуля, здравствуйте, вы пришли. Классно. Супер, отлично. Я рада. Видите, я уже чаще стала выходить в эфиры. Это классно. Это радует, скажите. Просто столько всего есть, что вам рассказать, есть, что показать. А времени не всегда есть. Вот, поэтому я рада, что мы сейчас все здесь. Так, ну что, обещала вам показать какие-то новинки. Добрый вечер. И вам в Баку. Классно, все мои девчонки. Я просто не анонсировала конкретное время, потому что мне нужно было приехать домой, смыть макияж, подготовиться. Вот я, что я успела, допиваю мужу сказала, давай мне быстро чай, пока я умываюсь. И я пошла в эфир. Всех выгнала, чтобы мы с вами спокойно там часик поболтали. Я не планирую долго прям вот это все развозить, всю эту историю. Потому что у меня зарядка садится, а заряжать нечем. Поэтому нам надо успеть до того, как сядет мой телефон. Поэтому будем делать все быстро. И долго разговаривать я тоже не смогу. Вот, имейте это в виду. Времени я займу. У вас мало, телефон сядет, и я не смогу сохранить, поэтому, пожалуйста, все вопросики пишите сразу, чтобы я на них отвечала, и мы успели это все дело сохранить. Так, можно запрос, любимая кисть, растушевала, любимая кисть для растушевки, наверное, по типу MAC 217. Да полно таких кистей. У меня вот, смотрите, вот чем я красилась с утра, например. Это ну, Хокухода, вот это вот 5523B из серии S, вот это вот. Вот, точно такая же. Их полно на самом деле. Здравствуйте, всем привет! Растушевочная, да. Всем привет, привет. Вот, потом у Хокухода, собственно, есть такая кисть, у N-Beauty есть такая кисть, да, вот у Sony G есть такая кисть. Полно, на самом деле, вот, нет, не она. Ну, форма, на самом деле, не уникальная, поэтому таких кистей, на самом деле, много. Так, я умылась, ну как, я не умывалась, честно говоря, я сняла мицелляркой утренний макияж, протерла лицо тоником, нанесла сыворотку от маски Шик, увлажняющий, и все, то есть я ничего не очищала, и все, то есть все, что я нанесла. Был запрос у меня в Телеграме, как сделать красивую, сияющую, как это... довольную, что-то такое, кожу счастливую, счастливую, да, с утра. А как ее сделать? Просто кратенько скажу, вот сейчас просто к вопросу о том, что я не умылась. Утро мое начинается с умывания. Я умываюсь пенкой с щеткой вот этой ультра, как это, звуковой, которая вибрирует, такая силиконовая, жужжит, с пенкой доктора Кондрашова. Потом я протираю лицо лимфодренажным тоником, потом наношу лимфодренажную маску для век, лимфодренажную маску для лица, чтобы все отеки снять.
Вот. И потом весь остальной уход. Вот. Поэтому не знаю, насколько я выгляжу счастливой с утра, мне кажется, нет, потому что утро — это очень тяжело. Вот, давайте начинать. Я сегодня красилась. Макияж, который я вам с утра показывала, он у меня был... Я писала в Телеграме список продуктов. Он у меня... Макияж мой был на тоне доктора Кондрашовой. Но я не так давно купила, пополнила для себя лично, чтобы потом вы не спрашивали меня, почему я не крашусь тоном шик. Вот, купила для себя тон шик в оттенке 2,5. Это такой, это хорошая двоечка с оливковым подтоном, как раз тот, который у меня. Поэтому пишите, чем мы сейчас будем краситься, кондрашовый или шик. Вот, чтобы я уже начала краситься. Так, добрый вечер. После того, как помыла кисти, они сушатся, но в итоге кисти получаются кривыми, косыми. Почему так? Сетку использую. А как они у вас лежат? Вот я, например, на своей кисти, вот, допустим, вот большая кисть, я надеваю сетку. Давайте я возьму сетку. Ну, предположим, кисть мокрая, отжатая. Я надеваю сетку. Вот так. И кладу вот так сушиться. Вот как она может быть кривой? Ну, то есть она не кривая. То есть я ее кладу, не вот так вот она у меня лежит. Если она будет лежать вот так, то, конечно, она и засохнет так. А если мы ее положим, я их кладу куда-то вот на ровную поверхность, у меня есть поднос, просто любой поднос, и я кладу, соответственно, вот этот край, он как бы свисает. Вот, поэтому кисти все ровные. Просто обратите на это внимание. Так. Что все же лучше по ощущениям, уход от Кондрашовой или от визажиста Карташова? Уход? Смотрите, уход от Карташовой я взяла чисто для своих клиентов студии, которые приходят ко мне на макияж. То есть это такая разовая история, когда девочка пришла, я сделала демакияж, сделала уход, нанесла макияж. Вот, все, точка. На этом как бы волшебство заканчивается. Это чисто уход под хороший уход под макияж. Уход доктора Кондрашовой — это функциональный уход. Если вы хотите свое лицо как-то преобразить, довести свою кожу до состояния нормы, прекрасно вообще. Выровнять тон, убрать воспаление, снизить гиперпигментацию, убрать отечность, выровнять, короче, вот это вот все, заняться улучшайзингом, это не, скажем так, такой, скажем, как же это назвать-то? Вам нужен именно функциональный уход, который работает. А вот эта вот история про Карташов, уход, это немножечко, ну, не про то. То есть вы там ничего не получите. То есть там просто, типа, красивое увлажнение, питание и как бы и все. Соня, ты что делаешь? Кошка просто одичала. Так. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Так, шик, Кондрашовый, шик, шик, шик. Кондрашова. Кондрашова, тональник. Так, давайте посчитаем, что я уже сбилась. Так, Кондрашова, раз, два, три, четыре. И шик. Раз, два, три, три. Короче, Кондрашова получается у нас побеждает. Ну, ладно, не последний раз мы будем краситься. Давайте я накрашу так хорошо. Просто смотрите, я вам хотела показать, как я наношу кистью новый шик, который я себе купил, уже вторую на минуточку. Но вот этот тон лучше все-таки наносить немножечко другой кистью, поэтому у меня и был затык, скажем так, чем мы будем краситься. Вот, поэтому имейте в виду. Не знаю, давайте попробуем. Я не пробовала этот тон наносить этой кисть. Просто очень хочется вам показать эту кисть. Ладно, давайте красимся, короче, этой кистью и тоном Кондрашовой. У меня он оттенки 3. Попробую заодно.
прекрасная, прекрасная кисть. Тоже в целом ничего, но мне просто нравится именно как будто втирать. Я ее везде наношу. Вот чем прекрасен этот тон, кожа становится красивой уже на этапе нанесения тона. Ну, не то чтобы я какой-то там уродкой без тона была, но все равно. Я наношу прям вот буквально вот такими вот движениями легкими. Можно и пальцами, на самом деле. Это обычный крем, то есть это не типичный тональный, как мы привыкли. Это уходовый крем, тонирующий, с тинтом, с пигментом. Поэтому как вы будете его наносить, вообще все равно. Он все равно ничего не тонирует. Блин, кошки открыли дверь. Зараза. Так. Пока вы ничего не пишете, это хорошо. Кисть классная вообще. Просто огонь. Ну что, я стала лучше? Так. Едем дальше. Дайте я сейчас прям на 5 сек так отлучусь. Не открывай мне дверь больше. Так. Я снова здесь. Не теряйте меня. Так, дальше у нас консилер идет. Консилер у меня шик, как я и писала. Все, идем по списку. У меня во втором оттенке. Во втором оттенке я его в итоге к нему приноровилась. И мне все нравится. Я его наношу на слизнячок и прям вот сюда будем наносить. Для тона, конечно. Конечно, подойдет. Для меня тон Кледепо точно такой же, как и тон то, что я сейчас нанесла. Абсолютно. Только за сколько? С разницей в деньгах. А так суть та же. Пишите вопросики, у нас времени не так много. Чем больше спросите, тем лучше для всех. Как мне кисть из шик из лимитированной коллекции? Ей сейчас тоже будем краситься. Сейчас я тоже... Хорошо, что вы напомнили. Сейчас я ее тоже достану. Тон Ля Мэр у меня не было. До него у меня руки не дошли. Как раз в тот год, когда я купила себе уход Кледепо, накупила всю линейку Кледепо. Так, подальше, наверное, да, получше. А у меня как раз стоял выбор, взять Ла Мэр или Кледепо. Я взяла Кледепо. Ну и все, как бы на Ла Мэр, извините, денег уже не осталось. Вот. Поэтому... Что-то мне кажется... Вот так вот получше будет, да? Я чуть-чуть... Скажите, как лучше, вот так или вот так? Или вот так? Поярче?
чтобы свет красивый был. Какая самая любимая палетка теней? Когда затестим палетку от RGB? Я бы с удовольствием палетку от RGB, вот она у меня лежит здесь, ждет своего часа. Мне нужно отфоткать, девчонки. Не хочу я залезать пальцами, с удовольствием прямо вот сейчас бы ей накрасилась. Но хочется все-таки ее отснять, красивые кадры сделать. И просто чтобы мне после эфира было что поставить на заставку, должны быть фотки. Я их еще пока не сделала, поэтому прошу понять и простить. Вот у меня впереди два выходных. Завтра у меня будет солнечный день, надеюсь, или хотя бы вот свободное утро. И я положу это все на стол и пофоткаю красиво, и все. И потом у нас следующий эфир, обещаю, следующий эфир точно будет с палеткой вот этой вот. Поярче. Во, вот так вот оставить, да, вот как есть. Поярче. Вот, а самая любимая палетка теней... Самая любимая палетка теней какая? Блин. Какая у меня самая любимая палетка теней? У меня просто нет такого, чтобы вот все тени были в одной палетке. Как-то у меня вот все вот... Чем я... Все от макияжа, все от задачи зависит. Иногда у меня просто один макияж, и вот так, из разных палеток. Визиарт могу назвать, вот эта вот первая матовая, большая, которая там вообще просто масса оттенков, но она вся матовая. То есть как можно на одной матовой сделать какое-то разнообразие? Нет, только матовый, поэтому сюда нужно что-то сияющее добавлять. Поэтому нет какой-то одной, не могу назвать. Консилер от Шик мне не сушит. Мне сначала казалось, он как-то странненько лежит под глазами, но сейчас я уже к нему приспособилась, как вы видите, в целом вообще норм. Ну, то есть я с ним сейчас хожу, только им крашу, все. Вот. Мне нравится кремовая текстура, как Клей де По или Романова мейкап. Имеется в виду консилера, да? Романову я не пробовала, Клей де По, ну, я его уже не использую, честно, хотя у меня он еще есть. Так, едем дальше, девчонки. Дальше, как говорила Наташа Шик, на влажную еще кожу будем наносить новый хайлайтер. Вот этот я его уже, видите, так это прям подзатерла. И давайте для хайлайтера я возьму ее же кисть. Вот эту. Она как раз сюда идеально подойдет. Я люблю вот так вот прям вот хорошенечко. Хорошенечко, чтобы прям именно зашлифовать. То есть не вот такими какими-то такими, знаете, одиночными такими скромными движениями. Я прям люблю хорошенько так набрать. И прям вот сюда вот, вот куда блик падает, вот там и шлифуем. Главное не заходить два пальца до носа. То есть вот в эту вот зону. У меня кожа жирная, и здесь она блестит прям очень быстро. Вот, поэтому в центр вообще не заходим. Вот у меня здесь, допустим, есть такая вот носослезная борозда. То есть, вот видите, она бликует до тех пор, пока я ее не заматировала, не припудрила. Вот если я сюда залезу хайлайтером, то капец моему макияжу. И потом уже как пудрика не пудрь, ничего не поможет. Поэтому всякими такими сияющими штуками вот сюда лезть вообще нельзя. Мы ее будем матировать. Вот, поэтому я останавливаюсь где-то вот здесь. Видите, вот тут вот прям краешек, вот, и пошла такая полоска. Вот, сюда лучше вообще не лезть, поэтому здесь я останавливаюсь пораньше. Если у вас тоже есть какие-то такие заломы рельефа на лице, туда сияние вообще противопоказано. Другие палетки Визиарт, у которых есть матовый. Классный, классный. У меня есть теории палетки. Они тоже классные, там разные есть наборы
с матами, сияющим, там очень классные оттенки, вот. Но есть какая-то палетка, тоже такая же большая, Париж Нюд, по-моему, называется, 03 вроде. Но там оттенки красивые, но сама текстура теней такая странная. И в итоге она у меня лежит. Она абсолютно странная. Кисть красивая, да. Мне еще нравятся такие формы. Такие просто, знаете, жух-жух-жух. Можно там для теней использовать. Для хайлайтера можно. Можно для пудры той же использовать. И я буду ее использовать для пудры. Вот. Можно, кстати, ей сейчас и припудрить. Когда кисть одна, а другой нет. Ну, у меня, конечно, есть, но вот, можно вот ее использовать. Я беру такое вот полотенчико к уходу у меня. Как-то в подарок он мне досталось. Вот, я беру и вот так вот полотенчико, кисть стираю. Сухие текстуры. И все, она кисть чистая. Вот, можно использовать дальше. У меня есть отсыпанная пудра Лора Мерсье. Я ее отсыпала вот в такую вот баночку из-под крема. Набираю небольшое количество. Вырабатываю. Это шестерка 06. И прям точечно матирую этот рельеф ненавистный. Вот здесь можно заматировать. И все. Вот из всех рассыпчатых пудр, которые у меня когда-либо были, Лора Мерсье самая крутая. Просто огнище. Ничто мою кожу. Смотрите, просто сказка. Я, конечно, много еще чего не пробовала. Вот там, типа, тоже хвалят рассыпчатую пудру Шанель, например. У меня ее тоже не было. Вот. Еще там какие-то тоже пудры хвалят. Ну вот, 30 грамм пудры Лора Мерсье — это на всю жизнь. Мне ее пока хватает. Вот, чтобы не бликовало сразу так жу-жу-жу. Нанесем. Вот, кисть детальная, поэтому очень хорошо все везде можно подобраться. Да-да-да, транслюсен. Угу. Все, готово. Едем дальше. Дальше я беру, как ни странно, румяна. Румяна у меня из-за умирающей палетки Hourglass. Вот из этой вот. Сейчас я ее протру, вот она в моих каких-то после крема отпечатках. Вот это вот, короче. О. Вот это розовое. Это, по-моему, 03. А, не, Volume 4. Мне здесь очень нравится подборка румян. Теплые и холодные, и я их смешиваю. Уже, мне кажется, я всем уши прожужжала. Наносить я буду, собственно, этой большой вот кистью. Я их набираю и смешиваю между собой. Просто вот так вот два оттенка набрала и смешала. Крашусь по-новому, как ни странно, видите? И все, и потом я это все, всю эту историю разношу. То есть я сначала нанесла как бы вот сюда, то есть вот сюда. Тик, тик, как бы под глазом. И потом немножко над бровью. Эта кисть у меня очень долго лежала, ждала своего часа. И вот дождалась. Теперь я ищу что-то подобное, либо мне нужно купить набор Лены Ясенковой, а это еще 30 тысяч. Вот. Который я не хочу никак тратить. Жабы, конечно, меня душат, потому что деньги вложены в Dyson. Вот. И 30 тысяч еще на кисти, а что-то как-то...
Жаба говорит, у тебя полно кистей, давай, краси ими. Смотрите, и все, и уже красивенько, живенько. Щечки, печеное яблочко. Класс. У меня у палетки отваливается зеркало. На каком году жизни эта палетка такая сказала, ну, что-то с меня уже хватит. И когда я закрываю, зеркало так отваливается. Дальше. Дальше макияж, так как макияж очень быстро, на самом деле, и кисть большая, поэтому все делается очень быстро. Дальше я беру бронзер. Я могла бы, конечно, взять и бронзер из этой палетки, он тоже подходит по цвету. Но там рефилы очень маленькие, я просто такой огромной кистью не залезу, чтобы набрать только бронзер. Вот, поэтому я беру отдельно бронзер. Тоже этой же большой кистью. Немножко смахиваю. И иду от ушка. Немного наношу вот сюда. И немножко контурирую боковую часть лба. Можно также немножко нанести на переносицу. Вот сюда прям. Если есть вторые и третьи подбородки, то также их законтурировать. Блин, таким образом я эту палетку очень быстро закончу. У меня уже вон дырка появилась ненавистная. Чем больше кисть, тем быстрее макияж, тем меньше пятен будет. Все, красиво. Сейчас бровей добавим. Так. Для бровей я возьму карандаш Шик, пудровый который, и буду им делать брови. Тоже сначала что-то его прям так нахвалила, потом такая думаю, какая-то хрень, и в итоге сейчас снова крашусь им. Очень мне нравится. Я перестала на него излишне давить. И он стал делать то, что мне надо. Многим не нравится вот этот вот звук, который он издает. Такой, как будто что-то шуршит. Мне норм. Так, раз бровь. Спасибо, Мирочка. Хорошо, когда брови скорректированы, и в них нет ничего лишнего, и тогда получается их оформить очень-очень быстро. А вот когда они уже требуют внимания, то там, конечно, нужно прям постараться, чтобы нарисовать ровненько. И чтобы это выглядело приемлемо. Так.
Люблю такие полупрозрачные брови оставлять, чтобы вот кожа все равно была видна сквозь волоски, а не полностью было как-то зарисовано, заштрихованное пространство в бровях. Спасибо огромное. Ну, я же бровист. Как еще может быть? Не знаю. Так. Гельчик. Гель у меня тоже шик. Прекрасный гель. Меня он вполне сейчас устраивает. Единственное, здесь очень-очень-очень много продукта вылезает со щеткой. И это меня не устраивает. Вот, поэтому я так вот подснимаю его и прочесываю брови. Потом беру просто чистую щетку и распределяю гель по брови. Потому что если дальше продолжать чесать брови щеткой, как многие делают, а потом ругают, говорят, ну что-то гель плохой. Продукты для бровей надо очень мало использовать, чтобы красиво их уложить, иначе будете ходить с мокрыми некрасивыми бровями. Так, проверка связи. Связь у нас есть? Скажите мне, чтобы я поняла, что мы не зависли. Есть какие-то вопросы по коже, по румянам, по контурингу? Конечно, да, вы пропустили, чуть позже просто зашли, а мы его уже нанесли. И вот он, собственно, сияет, сверкает на мне. Отлично, спасибо. Да, я брови — это моя жизнь. Я их делаю и делать буду. Потому что брови — это рамка лица, которая определяет вообще, кто мы в этой жизни. Проснулись и кто вот мы? Нравимся себе, не нравимся. Что если брови плохие и нам не нравятся они в зеркале, ну и весь день идет на смарку. Не знаю, как у вас, у меня лично так. Если мейк не задался, я себя плохо чувствую, и, соответственно, у меня все вокруг тоже такие же. Я постараюсь сохранить эфир, если ничего, никакие внешние факторы этому не помешают. Вот. Так, с бровями мы покончили. Дальше у нас эфир короткий, девчонки, поэтому мы уже, на самом деле, практически вот... Практически на финиш у нас осталось несколько продуктов для глаз и для губ. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не тяните до последнего, мы будем в эфире очень мало времени. Вот, дальше давайте переносимся, наверное, к глазам. Для глаз я сегодня использовала кремовые тени Tom Ford в оттенке 05 казино. 100 лет их не доставала, и вот мы здесь. Вот, поэтому давайте уже их достанем. Кисть у меня... Ну, можно, в общем-то, и этой накраситься. Почему бы и да. Не любите что? Хайлайтер? Так, я почистила кисть. То видите, помните, какая она была у меня чумазенькая? Я просто вот ее полотенце вот так вот чук-чук-чук, и все. И кисть готова. Вот она, чистая, свежая, без продукта. Берем наши тенюхи. Чик. Тени очень красивые. Чего они ждали, лежали, я не знаю. Можно хоть пальцем наносить, но мне пока сподручней кистью.
А почему вы в целом не любите шик? Добрый вечер. Так. А мне шик очень нравится. Они мне заменили очень многие ушедшие бренды. Продукты классные. Рабочие. Так, и этой же кистью или не этой же? Не этой же, давайте. Маленький бочонок возьму и нанесу на нижнее веко. Печально, конечно, когда так, что ничего не нравится. Ну, ничего, бывает такое, что как-то всем мил не будешь, как мне тут сказали. На всех не угодишь. Что-то я переборщила немножко. Пока с вами это болтала, немножко перестаралась. Но ничего страшного. У нас есть кисть с остатками консилера. И ей я почищу. Вот так. Ну вот и я такой же фанат марки. Мне все нравится вообще. Я не знаю, как это можно не любить? Классные продукты. Кондрашова тональный переплюнул даже к Лидепо, но по цене так точно. Просто 4500 и 21000 разницы как бы есть. Вот, поэтому я к Лидепо с удовольствием закончила. И больше не куплю. Наверное. Ну просто зачем брать такой же, когда есть вот под боком свое, дешевле в много раз. И у меня весь уход построен на Кондрашовой, и там все вот друг друга дополняет, поэтому не вижу смысла. Красиво, конечно, да, но как говорится, было и было. Как относишься к Шарлотте Тилбери? Прекрасно отношусь. У меня, ну, не сказала бы, что прям вот какое-то это богатство. Я с Шарлоттой познакомилась еще, когда в России ее никто не знал. У меня многие продукты были. Вот, и я с ней уже давно знакома. Палетка вот эта для контуринга первая у меня появилась благодаря моей клиентке, которая пришла ко мне на макияж. Она говорит, у меня есть классные продукты, давай мне ими накрасим. И она достала вот этот вот, господи, Film Star Bronze она называется, ну вот эта вот палеточка с контуром и хайлайтером, который, собственно, их легендарная, знаменитая. Вот, такая, ну, давайте.
И накрасила, красила этой палеткой, такая, что это? Просто сфоткала, пошла гуглить, и вот тогда я узнала о этой косметике Шарлотт Тилбери, о тенях, о вообще массе других продуктов, стала изучать, кто она, что она. И, конечно, да, вот тогда произошло мое знакомство, но тогда Шарлотта вообще не знал никто. Вот, и девочка мне из Америки стала привозить эту косметику, я тогда уже с ней была знакома. Вот. Вот прям реально не хуже. Вот серьезно. Честное слово, зуб даю, мамы клянусь. Если есть в городе представительство Космомедики, просто сходи и потести на себе и сравни. Клидепо, я уверена, что у тебя есть. И попробуй просто Кондрашову тон. Офигеешь от сходства. Любимая черная подводка. Пусть это будет маркер Tom Ford все-таки. Вот. А из таких из гелевых это, наверное, будет Unglot 77-я. Супер черная. Сама полюбила Кондрашову, многое из ухода от нее. У меня весь уход от нее, поэтому там все очень-очень круто. Так. Ну все. Хорош. Вот, так как у нас уже есть что-то на... Было, точнее, нанесены бронзеры и румяна предварительно перед тенями, я завершаю макияж глаз. Снова немножечко наберу, смешаю румян и нанесу их вот на край, на косточку. Все той же большой кистью. Никакой супер особой техники, сноровки нет. Просто все быстро, просто, большой кистью, все классно. Нечего себе усложнять жизнь макияжем. И я заказала себе Кондрашову. Молодцы, вы же мои молодцы. Жалко, что вы мне не платят за это проценты. Я бы уже стала богачкой. Это шутка была, если что. Я рада, на самом деле, когда мои рекомендации вам заходят, и вам тоже нравится, что и мне. Это так классно. Скажите, пожалуйста, как определить свой тон кожи, цветотип? Честно, я не заморачиваюсь цветотипами и никогда не определяю. Вот у меня нет такого, что, как определить, какой там тон кожи. Ну, в целом можно понять, он с розовинкой, с желтинкой. Если не получается ни то, ни другое, я беру тон с нейтральным подтоном, который и не в розовый, и не в желтый уходит. Беру нейтральный, и он всегда попадает. Вот. Поэтому я не заморачиваюсь, честно. Ну, зачем забивать себе голову такой информацией? Какая палетка у Шик выйдет? У Шик выйдет две палетки. Одна с пудрами, как у Hourglass. Не вот такая большая, а вот половинчатая такая, с трёшки. Выйдет одна с пудрами, там темная пудра, темный, точнее, бронзер, Medium и Light. И еще одна палетка стандартная с хайлайтом, с румянами и с классическим ее бронзером. Вот, я их обе жду. Обе классные, потому что вот уже вот дырки здесь. Эту палетку тоже стараюсь прям всячески добить. Она анонсировала, палетки будут к осени. Очень сильно ждем. Вот, и я их обязательно возьму. Мне надо. А я желаю, чтобы вы сотрудничали с Натальей Шик. Там-то можно любому сотрудничать. Там просто, ну, в каком плане сотрудничать? Быть представителем бренда — это, ну, продавать про мою косметику. Зачем, когда у нас есть золотое яблоко?
Так, и дальше по глазам. Я сегодня наносила коричневую тушь, коричневую, шик. Поэтому сделаю то же самое. Тушь — огонь. И макияж получается просто огонь. Он такой, знаете, какой-то прям дымчатый такой, загадочный. Тушь очень классного такого оттенка. Казалось бы, где я и где коричневые, вообще коричневые такие оттенки. Но смотрится это классно. Вот, поэтому... Извините, я залипла. Можно и черный, конечно, прокрасить. Но хочется, вот, чтобы такая какая-то дымка была. Очень этот оттенок туши плюс вот эти тени. Казино очень сильно вытягивают зелень из моих карих глаз, и это очень красиво. Как косметика in beauty? У меня есть бронзер, у меня есть две палетки теней, классные, мне очень нравится. Амбассадор, но у нее же нет амбассадоров, поэтому кто я такая? Какой из меня амбассадор? А у вас бронзер Hourglass как называется? Называется оттенок Nude Bronze Light. В Италии еще покупала. Не буду выкидывать коробочку. Так. Шик по оттенку похожа на YSL. Тяжело сказать, потому что с YSL у меня история была очень печальная. Я купила, помню, это первая моя вообще цветная тушь была, когда я почувствовала себя богачкой, я пошла и купила себе, думаю, могу себе позволить. И пошла, купила, по-моему, как раз оттенок бургунди, принесла домой что-то, не сразу я начала красить, ну, и не через там 3 месяца. Вот, и когда я ее открыла, там тушь уже была мертва и была абсолютно непригодна к использованию. Вот, поэтому на том мы и разошлись. Нечего мне вам сказать, похожа она или нет. Как это... Свидание не стоило, вымытых волос. Но вот эта коричневая тушь мне очень-очень нравится. Просто вы правильно подменили мой касательный выбор тонального. Сейчас мода на подтоны, и не знаешь, какой выбрать. Вот если не знаете, точно прям, я вам гарантирую, 100%, берите нейтральный и попадете в тютельку самую. Коричневый более мягкий, взгляд нежнее. Ну вот мне тоже так кажется, мне так нравится. Такой прям, знаете, нет резкости какой-то в глазах. И это так классно. Да, взгляд нежнее прям. Можно запросить макияж на N-Beauty. Ну, как-нибудь сделаем, конечно. Надо притащить заранее с собой палетки со студии, потому что у меня эта косметика лежит вся там. И в сравнении с бронзером... И в сравнении с бронзером от Chic and Beauty, Chic есть, чума. Я думаю, что бронзер немножечко другой. Немножечко. Я его пробовала, но он совсем другой. Но сделаем. Обещаю, сделаем. Мне нравится эта тушь за то, что она дает наслаивать. Потому что некогда моя любимая тушь Darling,
Помните, про нее как-то тоже пищала, что она мне нравится. Классная тушь, но она вот и раз нанес, она такая, ведь, зафиксировалась, и все, и больше наслоить она на себя не даст. Вот, а вот эта тушь классная, она позволяет наслаивать нужный объем и смывается тепленькой водичкой. Это мне тоже очень-очень нравится. Отшик чуть светловат, да, вот точно, он светловат, боюсь... Отшик светловат. Боюсь, InBeauty... Да, InBeauty будет совсем светлое, вы правы. Вы его не заметите. Если вы темненькая, то InBeauty вообще мимо. Он такой вот, прям он для светленьких как раз. Вот на мне его прям нужно очень хорошенько так вот кистью наслаивать, чтобы вот, вот так вот было видно. С Hourglass, вы видите, я раз махнула кистью, и он на мне. InBeauty, чтобы до такого состояния наслоить, это прям постараться надо. Маруся, привет, дорогая! 100 лет не виделись. Нет, ты успела, я еще крашусь. Вот, я успела накрасить лицо, оформить брови. Сейчас вот тени положила и тушью накрасила. Сейчас будем красить губы. Да это нормально, меня этот Т9 просто, он такой, не то ты имела в виду, женщина, а вот это вот абракадабра будет. Так, губёхи, девчонки, для губ я вчера купила пару карандашей Шик, казалось бы, уже все им пели оды, на самом деле у меня вот полно разных карандашей, и они все около нюдовые, карандашей много не бывает, да. И вот мы здесь. Купила сам два... Там можно все карандаши брать, на самом деле. Они все классные. Я взяла самый популярный. Это Верона и Флоренция. Они плюс-минус под мой цвет губ. Такие вообще стандартные. И будем краситься ими. Чем я сегодня красилась? А я сегодня чем красилась? Ну, не Вероной красилась явно. Красилась я Флоренцией, судя по чумазому карандашу. Вот, наверное, им и будем красить. Очень красивый карандаш, очень мягкий. Я только не поняла, многие пишут и говорят про какие-то про какой-то аромат у этих карандашей, волоски какие-то от кисти. То ли я ничего не чую, то ли не знаю. Так, контурируем губёхи. Мне в последнее время сейчас нравится делать контур собственным цветом губ. Вот как раз Флоренция карандаш. Видите, насколько сильно сливается с цветом моих губ. Это вообще идеальный контур, потому что вы, грубо говоря, добавляете себе миллиметр, а цвет тот же. Ну, то есть вы нигде не наврали. Губы выглядят больше, колоть не надо. Это же вообще песня. Я их не увеличиваю, я контурирую. Я рисую тень. Над губой, под губой и по бокам. И все. Как будто так и было. Вот. А дальше что я делаю дальше? Дальше я беру какой-нибудь бочонок. И растушевываю все. Лимфодренажная маска для глаз хорошо убирает? Да, отлично. Я каждое утро с ним. Каждое утро. У меня начинается, ну, за редким исключением я не наношу, если я там опаздываю, либо просто, я не знаю, там встала в обед, как я это называю, там типа часов в 9. Вот, тогда, конечно, уже ну нафиг. Или там, допустим, вот завтра я проснусь, мне никуда не надо,
с утра. То есть лицо в товарный вид приводить не надо. Ну, могу пропустить, как говорится. А если мне в студию ехать, в люди, как говорится, выходить, то я, конечно, всегда сделаю эту маску. Потому что она очень быстро... Вот, я умылась, нанесла, пошла завтракать, пока я там свою кашу съела, кофе выпила. Проходит 20 минут, и этого более чем достаточно, чтобы маска подействовала. Вот. Какой-то из карандашей Шик похож на Пупа 04. А то у нас Пупа, считай, 1000 рублей стоит. Поэтому я от Шик почти все скупила. Ты вообще не нужны они это, от Пупа. Тем более, что от Пупа они еще и сохнут. Ну, вы знаете, да? Потому что это гелевые карандаши. А эти в дереве. Эти классные. А лимфодренажная серия не подсушивает? Нет. Вообще, ни разу. Так, дальше я беру карандаш Make Up For Ever и немножечко добавляю. Спокуха, сейчас все будет нормально. А то сначала будет казаться, зачем ты себя испортила? Все, девчонки, под контролем. Мне надо прикончить этот карандаш, поэтому, да. И снова тушуем. Видите, он даже не кажется каким-то серым. Просто многие контурируют только им. И это смотрится ужасно. Так. Дальше я беру помаду, которая была сегодня. Как тебе туши для бровей от Шик? Что с цветом? Шикарные, шикарные туши Шик. Я на них работаю, и они все классные. Помада такая, вот практически как румяна. Почему наношу пальцем? Потому что мне нужно мало цвета. И нужно максимально быстро распределить текстуру по губам. Так. Я бы еще, конечно, добавила какую-нибудь бальзамную помаду для блеска. Тоже хочу, но не могу решить, какой цвет из этих тушей надо. Ну, скорее всего, soft brown твой цвет. Потому что все остальные тебе будут светлые. Конечно. Я взяла бальзамную помаду от Chanel. Утром ее не было, но вот сейчас мне захотелось. Она дает просто немножко блеск. Можно любой бальзам взять и также нанести. Суть такая же будет. Вот. Ну, вроде все. Ну, какао? Будто бы утром накрасилась. Утром так классно красишься, все свежее, красивое. Ну. Использовала все продукты, которые выложила. И все готово.
Ну вот, пока мы с вами болтали, конечно, у нас прошел час. Батарейка еще даже не села. И я готова ответить на ваши вопросы, если они есть, конечно. Расческу. Сейчас волосы я посмотрю, чтобы не было волос на ней. Жанек. Такая малышка. Классная. Спасибо. Ну, ровно тот макияж, который я с утра фоткала, нигде не наврала. Добавила вот только в последнюю очередь бальзамную помаду, ну, просто потому, что у меня уже губы высохли, и хочется их увлажнить. Вот. А так макияж вообще делается очень-очень-очень быстро. Представляете? Сейчас хлебну. И эта фотка сейчас будет на заставке. Вот, поэтому я сейчас и не делала мейк с палеткой Лены Ясенковой. Кто просил краситься ей, я ее не пофоткала. А пофоткать мне нужно для того, чтобы после эфира поставить красивую фотографию на заставку, а не вот это вот принтскрин из эфира некрасивый. Лена должна быть красивой, скажите. Даже межреснички нет, а такие глаза получились. Вы, наверное, не заметили, но я даже нижние ресницы не красила. На минуточку. Как это экономит время? А глаза яркие, объемные, большие, красивые. Какая-то охра, какая-то зелена даже повылезала. Ну, можно, конечно, еще бронзер вот сюда вот добавить. Чтобы прям совсем все мэтчилось. Да, так вот получше будет. И все. Так. Но я жду еще вопросики, пожалуйста, пожалуйста. Ваши вопросы, которые вы задаете, очень помогают людям, которые потом пересматривают этот эфир. Возможно, они хотят задать такие же вопросы, а я на них отвечаю. Вот. Но если вопросов больше нет, тогда будем завершать на сегодня. Вот. Но это не значит, что мы увидимся не скоро. Увидимся мы очень-очень скоро, потому что много чего есть. Ну, немного, конечно, но достаточно палетки Лены Ясенковой, в которой такая красота для лица и для глаз. И столько макияжа с ней можно сделать. Просто. Только посмотрите. Вот, я вам покажу оттенки шикарные, правильные, нужные, ничего лишнего для лица. Вот, вот это вот буду смешивать как раз. Идеальный скульптор. И на минуточку это все известные бренды, которые Лена для нас собрала в этой одной палетке. Это очень-очень классно. Вот. Потом у нас еще едет палетка Dior для глаз. Красивого оттенка, с которым тоже буду делать макияжи, покажу обязательно вам. Еще едут румяна Gucci. Два оттенка. Так что имейте в виду. Нас ждет. Да. Да, у меня еще есть Russian Beauty Guru тушь любимая. Я крашу своих клиентов просто шикардосная черная тушь. Вот такая вот малышечка. Идеальная щетка, делает
охренительные ресницы. Есть такая же в полном размере. Но я покупаю вот такие вот малявки. Они мне как-то больше нравятся. Вот. Еще от Russian Beauty Guru недавно я покупала помаду. Тоже с Денисом Карташовым в коллаборации в 8-м оттенке. Она вот примерно вот что-то вот такого тоже цвета. Очень красивая. Очень просто фантастическая. Вот. И все, больше ничего нет. Да, Пушкин тоже видела эту палетку, но зачем она мне, когда у меня есть такой крейсер? Да. Так. Расскажите потом, как вам 0,8 помада зашла или нет. Так, ну что, девчонки, все, я уже вроде про все рассказала, на все вопросы ответила. И мы уже часик с вами даже проболтали. Я почему думала, что у меня батарейка быстрее сядет. Вот. Смотрю, просто чтобы точно ничего не забыть. Ну, вроде про все. Про все сказала. Все, девчонки, давайте будем прощаться. Всем еще раз огромное спасибо, кто был, поддержал меня. Рада была с вами увидеться. До новых встреч в новых эфирах. Пока.